Здравствуйте, уважаемые зрители! В четвертом зале Государственного музея обороны Москвы в витрине с личным комплексом Михаила Ефимовича Катукова находится поистине уникальный экспонат – его личный самовар. Удивительна история этого предмета. Осенью 1941 года недалеко от города Тула сражались танкисты 1-й гвардейской танковой бригады, бывшей 4-й танковой бригады, под командованием генерал-майора, бывшего полковника Михаила Ефимовича Катукова. Во многом благодаря их действиям немцы Тулу захватить так и не сумели. Благодарные тульские рабочие решили сделать Михаилу Ефимовичу какой-нибудь подарок. Тула же у нас славится оружием, пряниками и самоварами. Нашли время и сделали вот этот самовар. И группа рабочих привозит его на фронт. Это был подарок в связи с днем рождения и приближающимся Новым годом. Михаил Ефимович обещает группе рабочих, что он из этого самовара будет пить чай в Берлине. Всю войну он возил этот самовар с собой. Сначала в командирском танке, потом в командирской машине. И в 1945 году в Берлине под открытым небом ставят столик. И Михаил Ефимович с друзьями пьет чай из этого самовара. Знакомого корреспондента он попросил сфотографировать это событие. Фотографии отправил в Тулу рабочим. Свидетели говорили, что на обороте одной из фотокарточек он написал: «Как видите, я держу свое слово». Ну а еще через несколько десятилетий жена маршала Михаила Ефимовича Катукова подарила нам этот самовар и эту историю. Вот он перед вами, самовар, прошедший от Подмосковья до Берлина.